Ну, всех с началом плей-офф, хороший матч, в принципе, ожидаемо, что была быстрая игра, силовая. Где-то в начале немножко волнение присутствовало, но потом вкатились, стали играть более правильно, я считаю. Вот. Ну, где-то удаление сегодня подкосили, а так, в принципе, хорошо, что играли друг за друга до конца, в итоге сравняли и забили победную. В первом периоде аж 7 минут подряд пришлось «Металлургу» играть в меньшинстве. Но во втором периоде уже Ускания выбыл, двойной малый штраф, еще одно удаление. Там мы свое численное преимущество не использовали. Ну, большинство очень важный компонент плей-офф. Поэтому мы работаем над этим, можно сказать, ежедневно. Поэтому одно вот в конце забили. Дальше, я думаю, будет, может быть, полегче. Будем стараться в этом компоненте добавлять и добавлять. В принципе, какие впечатления от арены уже не в плане тренировочного процесса, а в плане игры, атмосферы? Да, в принципе, отличное ощущение. Народ сегодня пришел, конечно, не полная посадка, но все равно все, кто был, было слышно, было приятно. В принципе, ощущения хорошие. По самой игре, что можно сказать сегодня? В большей степени был равный хоккей? Ну, в плей-офф, я думаю, вообще не бывает такого, что кто-то в одну калитку там кого-то выносит. Здесь все команды начинают с чистого листа, все начинается заново. Все показывают свой лучший хоккей, поэтому игра была равна. Повезло нам.